Ребятулики, ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале. Продал сегодня довольно-таки интересную монетку. Когда-то у меня была такая монета. А это вторая монета, пролежала уже какой-то промежуток времени. Ну так часто бывает, что покупаешь монетки, они лежат, вылеживаются и можно потом заработать баблишко. Покупал я ее... По-моему, гривен или за 80, что-то вот как-то так. Сейчас я ее продал, 450 гривен. Монета, кто не знает, это белого цвета монета из олова. Какая-то там еще примесь. Она мягкая, с гладким гуртом. К сожалению, у меня ее не было, чтобы сразу снять. Ее сразу отправили, потому что времени нету. Это из интернета фото. Ну, она почти точно такая же. Это львовский фальшак называется. 50 копеек 92 года. Ну, более детально можно за нее почитать. Я уже обзор делал в интернете. Ничего там такого сверхъестественного нету. Занимались подделкой таких монет еще... В 90-е, там, в 2000-е года точно никто не может сказать и дать определение. Но я даже вычитал информацию, что ее даже не признают фальшивой. Ну, непонятно. Вот, есть, вы знаете, и донецкий фальшак, есть разные фальшаки. Вот этот именно называется львовский. Монета не магнитится, повторюсь, гладкий гурт, она из мягкого металла, оловянистая или чистое олово, никто не может сказать, там или два сплава, либо один сплав. Ну, в общем, вот такая продажа. Довольно-таки интересненько. У нас есть обучение нумизматике, антиквариату, уроки по бонам, поездки на барахолки и пиар ваших девственных каналов. С вами король нумизматики, бог антиквариата, император всех бон, голден бой, миллионер, перекупщик.